Это Пирло позволил себе такой фортель. Ему показалось, что Филимонов далеко вышел. Он на замахе решил мяч забросить в дальний угол ворот. Но Александр это почувствовал и стал быстро возвращаться. А к тому же удар был плохим. А еще раз на повторе мы видим, как отлично сделал передачу Тихонов. И вовремя выскочил из-за спины Симеоне Цимбаларь и уложил мяч в нижний угол. Бушманов отдает мяч Ромащенко. Ромащенко, рядом с ним Тихонов, тут же был и Цимбаларь. Ну, должен наш гол нас вдохновить. Ну, должен. Просто-таки должен. Бушманов. Парфенов рванулся к мячу. Хлестов. Ромащенко. Пас направо. Баранов. Легко уходит от Сильвестре. Робсон. Ах ты, не получилось. Ну, Уэст сидит на ноге постоянно у центрального нападающего Спартака. Соуза. Вентола. Соуза. Хорошо было сыграно пяткой. Неправда. Отдадим же все-таки должен Пирло. Цимбаларь. Парфенов. Цимбаларь, Баранов. Ну давайте так, побольше перемещаться, крутите, вертите. Только не надо терять мяч без толку. Цимбаларь. Левой подработал прямо в направлении Уэста. Тот мяч и перехватил. Соуза внешней стороной. Пас Вентоле. Вентола в штрафную входит. Бьет поворотом наш хорошо. Ананков подкати перехватывает. Но я видел, и Филимонов уже прочитал удар и готов был перехватить. Уже ввалился на правый бок. Мяч летел в дальний угол. Готовится замена. Видите, Конищев сейчас должен... уже заменил Писарева. Я уже не смотрю на монитор. Я весь внимание на поле. Угловой подают футболисты Интера. Подача. Борьба за мяч. Удар. Мяч летит мимо. Ну что ж, наши усиливают атаку. Ну что-то у Коли Писарева сегодня до конца не вышло. Мы знаем-то его возможности. Несмотря на наши замечательные финансовые трудности, все-таки приличная группа фанов Спартака приехала на матч в Милан. Молодцы, поддерживают нашу команду. 4-5 ноября, вообще исторический, между прочим, факт, в гостиничном комплексе Измайлова состоится великий сбор фанатов московского Спартака со всего мира. Ожидается, только из Израиля приедет не менее 100 человек из стран СНГ, России и других республик. Будет создан центральный фан-клуб профессионального футбольного клуба «Спартак». Атака «Спартака». Уэст мяч отбил. Ну-ну-ну, Хлестов немножко потерял ориентировку и не сумел овладеть мячом. Перевод мяча на Сильвестре. Левый защитник смотрит, кому отдать. Рядом с ним Баранов. Сильвестр пошел вперед. Играет с Вентолой. Остроумный пас на Пирло. Но немножко тихо отдавал итальянский футболист. И поэтому все обошлось. А так мог выскочить Пирло один на один. Ну-ка, ребятки, давайте, давайте, время еще есть. 24-я минута заканчивается второго тайма. Интер впереди 2-1. Наши на один мяч уже отыграли. Ах ты, ну как не кстати. Тихонов теряет мяч. Винтер с мячом. Передача в разрез на Кое. А тут Ананка. Ананка на замахе хорошо сыграл. И Филимонов. Ой, браво, молодец, Саша. Обожаю такие вещи. Ну-ка, направо Баранову. Но Сильвестра на чеку. Это, видел это и Бушманов. Бушманов идет вперед. Пас направо Ромащенко. И тут, ну что там? Ну, хорошо прошло так. Ну вот Конищев вступил в игру. Набирает ход. Идет вперед. Против него Галанте и угловой. Цимбаларь и Баранов разыгрывают мяч. Или будет подача? Разыгрывают или подача? Подача или разыгрывают?
Так, подача. Робсон. И рядом Уэст. Так, 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 ты борьба. Ну, ногу ставь жестче. Ах ты, жалко как. Спартак с мячом. Обе команды на половине поля Интера. И даже за пределы штрафной далеко вышел Филимонов. Штрафного нет. Соуза. Пирло. Соуза. Пирло набирает ход. Судья свистит. Поговорили Тихонов и Соуза. Вот интересно, португалец и наш. На каком же все-таки в Италии языке поговорили? Цимбаларь. Ромащенко. Конищев отскакивает назад, а тот дает на свободное место. А Робсон на левом фланге куда-то туда на огород ушел. А надо было рвануть сюда было. Зона свободная была. И пасом Ромащенко предложил Робсону вот такой вот ход острый. А тот не разобрался, но, правда, оценил. Ромащенко зааплодировал ему. За что я и смягчился. Робсон с мячом. Да, Уэст как банный лист. Ананка. Конищев. Левой гладит мяч. Пас назад чуть-чуть. Бушманов. Ну, не надо быстро, близко приближаться. Ты же даешь шансы. Ну, вот тебе на. Ну, хорошо, судья строг, справедлив. В нашу пользу дал штрафной. Но не надо быстро приближаться. В единоборстве итальянцы очень сильны. Заставьте их бегать. Вот подпусти его, тут же пас. Бей! Попадает в Симеона Цимбаларь. Тихонов, Цимбаларь, Коэ, Симеоне, прессинг, ну-ка устройте им, Вентола, Ананка, Хлестов, 28-я минута, 2-1 впереди Интер, Конищев, не той ногой мяч обрабатывал, поэтому потерял, Вентола опережает Бушманов, борьба за мяч, штрафной, правильно, все правильно. Наш нарушил правила. Нечаянно совершенно, признаюсь, нажал кнопочку микрофона, поэтому заставил очень...